Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня в гости с новым клипом к нам заглянули художественный руководитель белорусского государственного ансамбля «Песняры» Роман Козырев и автор и исполнитель Василий Сушко. Доброе утро, дорогие гости. Доброе утро. Василий, рада вас снова видеть в нашей студии. Доброе утро. Для начала расскажи. Это Вера. Мне, боже да. мой, как приятно. Ой, спасибо большое, какая красота. Вот это вот да. Василий никогда с пустыми руками в гости к нам не приходит. В прошлый раз, когда волшебно. Он приходил к нам в гости, Светлана Боровская сказала, что первый раз за 20 лет эти цветы в эфире подарили. Да, ну так и есть. Ладно, ребят, расскажите, как возник ваш творческий тандем? С чего все началось? Началось с того, что тусовки музыкальной все же друг друга знают, и поэтому вот в один прекрасный момент, для меня прекрасный в том числе, в первую очередь, меня познакомили с Романом Козыревым. И когда вот мы с ним начали общаться, я понял, что это человек такой высокодуховный, высоко такой творческий, профессионал. И в один прекрасный момент я предложил Роману посотрудничать, в том числе вот и записать клип. Но Ром легко согласился сразу? Рома, пошел на контакт? Я скажу нет. Долго пришлось уговаривать? Да, да. Он долго там анализировал, смотрел, советовался в том числе со своими участниками ансамбля. И когда вот уже объявил, что все, хорошо, давай попробуем посотрудничать, для меня, честно говоря, было это такое вот приятное событие. Вот сегодня мы увидим клип на песню, которая называется «Девчины», правильно? Да. Кто снимал клип вообще, как снимался? Instar Production. Вот в прошлый раз мы приходили, Денис Жигунов, Евгений Федоров. Они, ну, просто такие профи, и вот они собрали такую групповку красивую, а еще договорились в том числе в строчицах снимать и в дудутках, а в дудутках еще такой есть там народный фольклорный ансамбль танца. И все вот это, когда познакомились песняры с этим ансамблем, там была такая вечеринка, просто, ну, не то, что там съемка была клипа, там просто была такая вот нормальная тусовка, да. Ром, ну красота красотой, но история-то есть какая-то? Love story на клип, на кого рассчитан? Девушки будут клип, лить слезы клип, смотреть. Ну нет, скорее, наверное, клип снимался ближе к 8 марта, разворачивались события, поэтому там затрагивается такая конфликт, называется конфликт полов. Там мужчины пытаются делать женскую работу. Ну то есть все это с юмором очень стоп, так. Стоп, тогда да. не рассказывай, пока. Хорошо, а вот скажите мне, насколько для песняров это обыденное дело с каким-то исполнителем записывать совместный клип и снимать? Вы знаете, вот с Василием, Василий упомянул, что не сразу мы согласились. Дело в том, что мы себя нашли, скажем так, в этой песне сначала. Мы какие-то моменты вставили, сделали такое интро народное. То есть мы себя, скажем так, интегрировали в эту песню. И вот когда пришло понимание такое музыкальное себя в этой песне, тогда и пришло уже какое-то осознание, что мы можем сделать дуэт. Давайте не будем рассказывать, потому что клип мы сейчас увидим. Василий, вопрос к вам. У вас совсем скоро состоится... Вот в прошлый раз приходили, концерт был в концертном зале Минск, сейчас большой концерт во Дворце Республики. Когда он состоится? 17 мая, 19:00. Поэтому, уважаемые телезрители, приглашаю вас на концерт. Будет классный концерт. Будет и свет, и звук. И в том числе будут уже приглашенные гости на этот концерт, в том числе вот белорусский государственный ансамбль «Песняры», группа «Тяни, толкай», Александр Сухарев будет тоже. Напомните еще раз, какого это числа? 17 мая. Так что, друзья, не мая, пропустите пятница. 17 мая. А вот, к слову, сегодня в Жозино концерт ансамбля «Песняры», да, так что да, тоже да, не да, пропустите. Да. Ну, и, кстати, совместно с Василием. Василий будет сегодня очень как настоящий артист такой. Он будет летать сегодня между... У него съемки вечером. С нами концерт в Жозино, так что человек на расхват. Друзья, уже. Огромное вам спасибо за то, что нашли возможность прийти к нам сегодня в гости. Мы уступаем место в эфире Мы нашему клипу. Да. Результат. Хотим посмотреть и работы. Ждем вас снова к нам. Спасибо. Приходите. Большое. Друзья, ну а всем желаем замечательного праздника, прекрасного дня. И чтобы у вас всегда было только хорошее настроение, как сегодня. Наша добрая разница. Хорошего вам выходного. Пока. Пока. Эй, девчины, веселимся, что ж такие хмурные? С вами разом в этот час спеем и потанцуем мы. Сидя я с кровых отшуванял, хопит тело с край. Песни, танцы, забавы, смут так отгоняй. Шаровые девчины, дамы,
так захопляемся мы вами. Стольки дары все нам счастья, любовь и полымя и мора страсти. Шаруны и девчины, дамы, так захопляемся мы вами. Стольки дары все нам счастья, любовь и полымя и мора страсти. Ах, какие дамы, с розуму звяли вы на. Заглядеться кожный рады, коли не женаты. Ну а муж обрал жонки найлепшую с вас. И о бывших не подумая, на вот был и ловелас. Шаровные девчины, дамы, так захопляемся мы вами. Стольки дорится нам счастья, любовь и полымя и мора страсти. Шаровные девчины, дамы, так захопляемся мы вами. Стольки дорится нам счастья, любовь и полымя и мора страсти. Захопляемся мы вами. Стольки дорится нам счастья, любовь и полымя и мора страсти. Шаровные девчины, дамы, так захопляемся мы вами. Стольки дорится нам счастья, любовь и полымя и мора страсти. И девчины, не сумуйте бой життя. Всем жадаем веселости, усмехнитесь, я. И настрой наш будет супер, коли почути отпустить. И не стремливать эмоций, радость сердце обудить. Шаровные девчины, дамы, так захопляемся мы вами. Стольки дорится нам счастья, любовь и полымя и мора страсти. Шаровные девчины, дамы, так захопляемся мы вами. Стольки дорится нам счастья, любовь и полымя и мора страсти.